Выпускные экзамены в этом году проводятся с соблюдением всех мер защиты. Перед экзаменом была проведена термометрия. Во время выполнения теста разрешалось снять маски при соблюдении физической дистанции не менее 1 метра между участниками. Первый шаг всегда волнительный, поэтому выпускники 9 классов чувствовали беспокойство перед сдачей экзамена. Однако тест по румынскому языку, по словам учеников, был несложным. Ребята справились со всеми заданиями и надеются на хорошие результаты. Экзамен, в принципе, был интересен, но мы очень сильно нервничали и переживали перед экзаменом, но когда вышли, уже смирились. Смирились с чем? Смирились, что хорошо напишем. Я счастлива, что написала, как прошла этот путь, написала первый экзамен, все смогла, у меня все получилось. Тревожно больше, не то, что прям очень сильно боялась, но было тревожно. Экзамен был не очень сложный, если понимаешь, в чем этот экзамен. Так что удачи как бы всем. Эмоции волнительно. Сейчас, когда написала, уже все, первый экзамен прошел хорошо. Надеюсь, что остальные тоже пройдут. Подготовка к выпускным экзаменам гимназического цикла проходила на протяжении всех школьных лет. Однако эпидемиологическая ситуация в стране внесла свои коррективы в организацию учебного процесса. Тем не менее, как отметили ребята, терпение и труд – все перетрут. Кто добросовестно учился в школе, тот добросовестно и учился на дистанционном. На самом деле, наверное, последние 3 года на уроках румынского языка мы только и делали, что готовились к экзаменам, писали разные тесты, задания. Предварительная подготовка была очень интенсивная, очень напряженная, но учителя сделали все, чтобы мы сдали хорошо. Экзаменационная сессия в 9 классах продлится до 14 июня. После сдачи первого экзамена ребята начнут готовиться к следующему, самому важному и самому сложному. Мне кажется, румынский самый легкий был, а математика и история самые сложные будут. Следующая математика. Следующий экзамен у нас математика. Я больше всего волнуюсь за математику. Буду повторять формулы, пойду на дополнительные. Все будет хорошо. В Гагаузии в экзаменационной сессии 2021 года примут участие 1385 девятиклассников. Татьяна Казаку, Григорий Ставилов, Алексей Герчу. Новости ГРТ.